Чтобы оценить готовность учреждений к приему детей, специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области и эксперты Центра гигиены и эпидемиологии провели обследование лагерей, запланированных к работе в период летних каникул. Оценке подверглись состояние помещений и территории, обеспеченность инвентарем, холодильным и технологическим оборудованием, его исправность. Особое внимание уделялось готовности источников и систем водоснабжения и канализации, организации питьевого режима. Были отобраны и исследованы пробы воды на микробиологические показатели, а также на содержание химических веществ. Из оздоровительных учреждений, запланированных к открытию на первой смене, три лагеря дневного пребывания не допущены к работе по причине неудовлетворительных результатов исследования воды. Это Подеринская школа в Китовском районе, Кировская в Мишкинском и филиал Твердышской школы детского сада в Каргопольском районе. Здесь проведены профилактические мероприятия, отобраны повторные пробы воды. Учреждения начнут работу после получения удовлетворительных результатов исследования воды. Одним из обязательных профилактических мероприятий является проведение противоклещевых обработок территории загородных оздоровительных лагерей и по периметру на расстоянии 50 метров. В подготовительный период все загородные учреждения указанные работы провели. Со 2 июня приступили к работе 263 лагеря. В них отдыхают 16 656 детей. Всего на первой смене планируется открыть 449 детских лагерей. Светлана Епифанова, информационное агентство «Курган.ру».